спросил. Ну что, синенький выключатель сказал тебе? Сказал, что он подъедет через 15 минут. Я отворачиваюсь какой-то звук. Лена, открой сейчас дверь. Здравствуйте. Здравствуйте, синенький выключатель. Я ничего не вижу, у вас в классе так темно. Синий выключатель, это я подумал, что кто-то выключил, а потом кто-то его сломал, а потом что остыть. Надо сейчас проверить с выключателем. Тебе понятно, что зачем с вашим выключателем? Надо сначала положить. Эти дни надо их закрыть, и ваш свет будет обратно работать. А для вас потом будет отменяние 2 уроков. Учитель, ты согласен такое сказать? Зовут тебя Валерия Владимировна Колупина. Телефон 110-188-115, дом 7, квартира 770. Понятно. Надо идти к моим братам и все запечатать, как ваше имя. Ваш телефон, ваш дом и ваша квартира. Какой у тебя адрес? Подпиши мне. Все, теперь понятно, какой у вас адрес. Медстанция метро, Ленинский проспект. Сейчас пойду к брату и запечатаю, а вы устно проведите детям урок. А сейчас устно! Все, ваш свет включен, запечатал брату. Это благодаря моему брату. К сожалению, у меня немножко сломалось такое. Вот и еще брат такое сделать. Теперь с вашим классом все понятно. Все. До свидания! Выполните это задание с сочинения по созданию «Акватиш». Первое предложение это полностью сделал, а второе третье трудно надо подумать. Если кто напишет хорошо, разрешу кому-то сделать конкурс, сидит где-то 24 часа. А если кто напишет плохо, я хочу запретить ниже снимать. Мультики, если кто напишет плохо. А если вы будете психовать из-за этого, дам еще одно задание. Вот такое задание. Наверху вы будете делать, какой может быть род. А посередине шишаки это будет значить, а какой род может быть шарина, чеклина и шарина. А внизу какое число может быть. А дальше я единственное в числе А платишь, делитесь. Пишалки. А новые сняв жизни, когда напишите, сколько их. А потом вы будете довольны. Ой, нет. То есть я путаю. Это такое легкое задание, которое, если вы будете из-за психовать, из-за старого задания. Все, а сейчас вопрос для наших постоянных зрителей. В каком серии и на каком секунде Ваня захватила, что... Тинеджи Лита не рассказал маме, что он так себя вел в лифте, а где-то все в коридоре. И, кстати, комментарии будете писать из этих заданий. В строчках пишите в которые написаны, какие могут быть мужские. А потом О нет, не подсказываю я. Ладно, вы все запомнили. Потом напишите ЕДУ, ЧИП
И напишите «Аквапис от Джеки Шишлаки». А ну, чип такой-то может быть. Ну, я вам жду ваши комментарии. И потом напишу фильм со второго задания, который я вам показал, и даже вам рассказал. Все, мне хватит болтать, а то мне язык глаголочит.